Еще одна особая экономическая зона будет создана в Воронежской области. Владимир Путин сегодня поддержал идею исполняющего обязанности губернатора. Встреча прошла сегодня в Новоогареве. Что же касается социально-экономической ситуации региона, то, по словам Александра Гусева, большинство показателей в Воронежской области превышают средние по стране. Лишь в инвестиционной сфере наблюдается спад динамики, но и это поправимо. Мы просили бы вас помочь нам с тем, чтобы правительство взяло в свое распоряжение возможность создания особой экономической зоны на территории Воронежской области. На что вы рассчитываете? Какой вы считаете результат? Мы просчитали, мы могли бы в ближайшие 4-5 лет до 15 предприятий разместить там с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. Ну, соответственно, появятся новые рабочие места. И сколько рабочих мест? Ну, мы считали, около 3000 рабочих мест мы могли бы там создать. Да, действительно, некоторое время назад было принято решение новых зон свободных экономических не открывать, но у вас все-таки особая ситуация, проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, ваше предложение поддерживаю.